Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарано Дайам Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатаруваса Кипасинду Бевачу Патитанам Пабхунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Яткипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Наруттамам Девин Сварасватин Васам Тато Джайо Мудин Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Барунья Дхейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Палламанакачандамани Чатая Бисфуриджитакамапикапавадусвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Аджануламбита бхужау канака бодату санкетаной капитару камала ютакшо вишам бару дижа бару жугадхар мапало банде ягат приякару каруна батару Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам. Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманунга Мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасу Бадани Лакшмир Ясача Бхакшаши
Jasyasthi hide sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Durga me pathi me andhasya skhalita pada gater muhu Sakit kipajas chidanena santo santu abalambanam Durgami pati me andhasos skhalito pad gatiramu Sakipajas chidanena santo santu abalambanam Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что если обусловленная душа ставит путь Шраутапанти и лотосные стопы Шри Гуру, то она отклонится от пути преданности. Гаудия Гушчипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что если обусловленная душа оставит путь Шраутапанчи, лотосные стопы Шри Гуру, имеется в виду Садгуру Чаран, лотосные стопы подлинного Шри Гуру, то она отклонится от пути преданности. И вот Шрила Прабхупад очень часто говорил нам, что не почувствовав Гуру Таттву сердцем, и вот не почувствовав сердцем Гуру Таттву, никто не может утвердиться в баджане, никто не может начать Харибаджан. Харибаджан начать не утвердившись Гуру Таттве невозможно. И поэтому я вчера закончил с этой шлокой, чтобы напомнить вам. Vyasana satamrito samabhayo guros charana marijati vaja santa krita karna darajalo In this sloka, it is from Bhagavatam Vedastuti. И вот эта шлока из Бхагаватам, из Ведастути. И здесь говорится, что это практически невозможно контролировать наш обусловленный ум. Биджитори Шикавайо, все наши органы чувств, ум, в начале всего, перед тем, как начать подлинный баджан, мы должны контролировать наш ум и органы чувств. Я снова и снова повторяю, чтобы никто не забыл. И вот в этом шлоке говорится, что ум он подобен сумасшедшей лошади, которая бежит куда хочет, и такую сумасшедшую лошадь очень тяжело обуздать. И если вы хотите силой обуздать такую лошадь, то лошадь может сбросить вас на землю, еще и пнуть, легнуть. И после вот такого легания лошади выжить очень тяжело. И вот те, кто пытаются, те, кто прилагают усилия к тому, чтобы контролировать свои органы чувств и ум, и вот те, кто хотят контролировать, победить свои органы чувств и ум, это практически невозможно, поскольку
Таким образом, мы не можем контролировать наш ум и органы чувств. А если мы не смогли, то и начать Харибаджану мы тоже не сможем. И вот говорится, то, что если мы сможем служить чистым Гуру Вайшнавам, по нашей великой удаче встретиться с такими чистыми Гуру Вайшнавами и служить им, то в этом случае мы станем успешными. Иначе вот Махарадж приводит пример с лодкой, которая попала в шторм, и ветром ее несет по ветру. И вот пример вот с морем, океаном, где одна вода и не видно берегов, и мы должны осознать наше положение, если мы почувствуем это, то, что мы практически умираем в океане. И вот если мы так попали в шторм и потерпели кораблекрушение, то с каким чувством мы... Какое чувство может быть в нашем сердце? О Господь, пожалуйста, спаси нас. И вот таким чувством, как будто мы попали в кораблекрушение, и после этого мы молимся Господу, то и вот здесь с таким чувством мы будем молиться, то это и показатель нашей подлинной заинтересованности в баджане. Такое чувство должно быть. И в Веданта Сутре говорится «Атхата Брахма Джигеса» или «Бхагавата Матхата Татва Джигеса». Это все едино, различными словами просто говорится, но суть одна. И вот в Большом океане, если мы попали в такую проблему и теряем все буквально, если мы, например, купец, плыли куда-то, и вот потерпели кораблекрушение, и нам грозит смерть. Любые наши усилия, они не могут стать успешными. Упая кидо значит, любые наши личные попытки, усилия, они будут бесполезны. И все, что мы будем пытаться делать, но не сможем стать успешными, это будет обречено на провал. Vyasana Satamrita, you know, different kind of vyasan mean actually. Vyasana Satamrita, различные виды анардх, они будут тянуть нас каждый в свою сторону. From different corner, vibhutan anartha totally. И вот эти анардхи, они каждый тянут нас в свою сторону. Если мы полны анардх, то что делать? Нужно избавиться как-то от них. И вот если мы так оказались в процессе кораблекрушения, оказались посреди океана, то что делать? Без милости Гуру. Без милости Гуру мы не сможем стать успешными. И вот это главное, и поэтому вчера я говорил так. И вот сейчас та шлока, с которой я начал, она очень важна, она из читания Чайтамриты, она описывает болезненную ситуацию обусловленных душ. I am repeatedly going to fall down. I cannot stand. The way is slippery. The way is very slippery. И вот этот путь очень скользк, очень сложен.
очень сложно идти по нему. И мы слепы, у нас нет духовного видения. Дургами патхиме андасо скалита парагати раху. Whereas I am repeatedly going to fall down and fall down and fall down, I cannot, you know, I cannot save myself. Итак, кто идет по этому пути, они иногда падают, и как же спасти себя? В этом проблема. In that case, в этом случае и вот в таком состоянии, если я обрету милость Сакрипу, те, кто саду гуру вайшнавы, они очень милостивы, они не ожидают ничего от нас. У них нет никаких ожиданий от нас. И вот если они прольют на нас свою милость и спасут, то тогда мы будем спасены, иначе нет никакого другого пути. Брахманда Брамита Куну Бхагаванджи Гуру Кришна Прасаде Пай Бхакти Лата Бич. Бхакти Лата Бич Бхакти Лата Бич — это не шутки. Мы можем обрести эту лиану преданности. Мы скитаемся по этим 14 мирам. И джива, благодаря своему великому сукрити, она может обрести возможность встретиться с чистыми гуру вайшнавами. Те, кто могут даровать нам Бхакти Лата Биджу, семя лианы Бхакти. И вот, получив это семя, мы должны заботиться о нашем Растхе Бхакти, поливать его водой Шраваны и Киртаны, и это Бхакти Лата Биджа будет расти. И таким образом, в итоге, мы сможем достичь лотосных стоп Кришны, Кришна Чаран. И вот в итоге наша цель, я уже говорил, вчера и в прежние дни, вся наша картина нашего баджана с самого начала до конца. Шри Чайтанья Махапрабху показал нам через Рай Раманада Самвад очень ясно, и Махапрабху, он он получает ответ с лотосных уст Шри Рай Рамананды, который есть великолепнейший, идеальный пример Рада Дасья. И вот Махапрабху отвечает, получает ответ от него. И согласно его желанию, он говорит все детально, я знаю. Достаточно давно, дней пять назад, я говорил, что если у вас нет желания, если ваш интеллект не столь... А если ваш разум не привязан, отречен, и если вы только исполняете желание Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то тогда вам не нужно брать на себя ответственность за какие-то грехи, которые могут случайно произойти, поскольку это обет Верховного Господа. Он говорит, что может спасти нас. Единственное, мы должны быть полностью преданы Его лотосным стопам, но это практически невозможно для обусловленной души. Если можно, это могло бы быть так, то можно было легко достичь успеха, но не так просто. И вот вначале мы должны понять это. В Гите также Бхагаван говорит Кришна, Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, я вам приведу это свидетельство. If you are going to do your duty,
И вот если вы совершаете свои обязанности, если это какой-то грех случайно произойдет, ну, не грех, а что-то внешне выглядящее как грех, то вы ответственность за это не берете. Бхагаван берет на себя, если вы предались ему. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что если вы думаете о вашем счастье или горе, пытайтесь достичь такого умиротворенного состояния. И тогда вы не будете чувствовать никаких реакций за любые вещи, которые происходят в вашей жизни. Ничто не будет задевать ваше сердце, вы будете свободны от всех этих, То есть вы будете свободны от всех этих горести или радости, вы будете умиротворены, вы не будете думать о прибыли или об убытках, вы будете беспристрастны. И вот вы You are only going to do your duty. You have no expectation, nothing. You have no expectation, nothing. Only. Вы просто будете исполнять свои обязанности без ожидания получить что-то взамен. You will have to fight. Если нужно сражаться, например, вот в случае Арджуна, кшатрий должен сражаться, и он сражается, и таким образом, если вы исполняете эти обязанности свои варны, как кшатрии, например, должны сражаться, то в этом случае, если они вот убьют кого-то, то результат этого греха не заденет их, поскольку Кришна берет это все на себя. И вот кто-то может сказать то, что кто будет делать что-то, не думая о прибыли и убытках, даже сумасшедшие не будут делать ничего без прибыли и убытков. Я сказал, что ваша жизнь нестабильна, вы родились в этом материальном мире, поскольку вы должны страдать и наслаждаться последствиями своей кармы, поскольку без грубого тела никто не может страдать или наслаждаться, поэтому душа принимает грубое тело, чтобы вкусить плоды своей кармы. И вот пытайтесь понять, не вечность не всего, все временно, наш ум, тело, все это временно. Я уже пример такой дал. Как вот дети, например, играют, они играют, не думая о прибылях или убытках, просто играют и не думая о последствиях. Как Видура, он что-то делает, но у него нет никаких корыстных желаний, он просто исполняет указания Верховного Господа. А для обусловленной души это естественно привязываться к материи. Но не избавившись от материальных желаний, нельзя войти на путь Рагануга или Рупануга Баджана. И вообще на путь любого Баджана нельзя войти, если мы одержимы различными материальными желаниями. И вот различные виды наслаждения вокруг нас, которые мы можем принять своими органами чувств, сабда, спарса, рупа, гандха. И это склонность праврити, тенденция, если мы
Прабритти – это тенденция, склонность к чему-то. Внешне можем не делать, но если мы стремимся к этому, это еще хуже. И вот если сражаться с умом, то это нельзя победить его. И поэтому Махапрабху сказал нам совершать нама-санкиртан. Без нама-санкиртана, без харикатхи мы не можем избавиться от материальной обусловленности. Это невозможно. И также можно вспомнить, когда Махапрабху, Верховный Господь, совершал эту лилу, чтобы получить харинам в Гая-кшетре. В Вишну-кшетре, в Гае от Ишвар-пурипада. И тогда этот случай, Махапрабху говорит о нем Пракашананде Сарасвати в Варанасе. И вот перед Пракашанандой он объясняет, Пракашананда спрашивает, почему вы не слушаете Веданту? Вы из нашей Сампрадаи. Вот он думал так, Махапрабху, он думал, что Махапрабху Майавади и как и они. И вот он, Махапрабху, он Майавади, они все осквернены, но Бхагаван Шри Кришна Читания Парат Пракхилешвар Адвагьян Татва, он не оскверняется. Это поскольку, если Махапрабху принял эту однодандовую саньяси и говорит Ахам Брахмасме, это не оскорбительно, поскольку он Махапрабху, он Верховный Господь, это просто шутка. И вот они сравнивают, что ты в нашей сампрадае. Когда Махапрабху являл свою лилу принятия этой Майявада саньясы, то это не оскорбительно для Махапрабху, поскольку Бхагаван действительно Ахам Брахмасми, если он так скажет, то там нет ничего плохого. Но что я хочу сказать, Махапрабху, когда отвечал, они говорили, что ты танцуешь и поешь, и не слушаешь Веданту, почему? И вот Махапрабху ответил, смотрите, посмотрите на настроение Махапрабху, он сказал, я спросил Гурдева, Гурдев ответил, что я глупец и у меня нет права изучать Веданту. И тогда Гурдев дал такой совет, чтобы я совершал санкиртану. Махапрабху хотел уничтожить их ложное эго. И Махапрабху сказал то, что я пою, танцую не специально, автоматически это происходит. И вот когда люди начали говорить, что я сошел с ума, то я спросил у Гурдева, и о Гурдев, какую же мантру ты мне дал? Я не пою и танцую с силой. Это естественно происходит, как Гопал Чапал, он хотел соревноваться с Харидас Такуром. Долгая история это, но... И вот Махапрабху спросил, он хотел объяснить, что если мы не получим милости Харинама Прабху, по милости Гуру и Вайшнавов Намачарьи Садгуру, то мы не сможем ничего сделать. Мы должны иметь такое полностью совершенное состояние, а не какое-то половинное, как сейчас у нас половина нашего тела в материальном, а половина пытается в духовную что-то делать, но нет. Махапрабху говорит, что мы должны полностью погрузиться в океан Ваджана, полностью погрузиться, а не наполовину.
И поэтому Махапрабху хотел объяснить, что я спросил моего Гуру Махараджа: «О, Гурудев, какую мантру вы дали мне, что я стал сумасшедший, пою и танцую непрерывно?» И Гурудев ответил: «И вот и те, кто повторяют харинам и совершают киртан, автоматически они развивают чувство бхаву, поскольку нама — это все. Ведь Рагануга, Рупануга, Баджан — это суть всего, семя всего, с начала до конца — это нам, это харинам, святое имя, все зависит от харинама. И вот сейчас пытайтесь понять то, что когда вы чувствуете какое-то влечение к материальным вещам, если вы спорите с вашим умом, вы не сможете стать успешным. И вот тогда вы должны сделать такое предложение вашему, что смотри, вот так и так, если ваш ум привлечется, то тогда вы можете изменить ум. Спорить с умом сложно, ум всегда стремится по направлению к материи, нельзя остановить его. И вот можно его перенаправить. Ум никогда не может быть пуст, а можно направить его в нужное русло. Если кто-то вот пытается показать, что он ничем не наслаждается, пытается контролировать ум, но такие люди не могут контролировать ум, как правило. Это желание наслаждаться опять возвращается. Если уйти в какое-то уединенное место, Шрила Бхакти он такого говорит, и пытаться там контролировать свой ум, то это, как правило, безуспешно, поскольку люди с материальным умом идут в это уединенное место, которое очень плохо. И если с таким слабым умом пойти туда, то двойная проблема возникнет. И как же контролировать свой ум? Но это не так просто. Но если мы покажем нашему уму какие-то более возвышенные вещи, то ум этим привлечется и не будет никаких проблем относительно каких-то других низменных вещей. И вот, когда мы совершаем какое-то служение, Махарадж с работы приводит пример, если кто-то работает там за 40 тысяч в месяц, например. И потом, если человеку предлагают работу там за 70 тысяч, например, какую-нибудь государственную с множеством этих казенных вещей, то люди уходят на более высокооплачиваемую работу. И также наш ум, если мы сможем предложить ему что-то более великое, то он от более низкого откажется. Иначе ум, он, естественно, стремится к наслаждениям. Никто не может остановить его. Я уже сказал, что с помощью гуру, только с помощью садгуру мы можем стать успешными. И поэтому вчера я остановился на этой шлоке. И также я начал вот с другой шлоки. И вот кто же может спасти меня,
если какие-то гуру вайшнавы, благодаря их беспричинной милости, они прольют на меня свою милость, тогда это будет великая поддержка для меня. И Шрила Прабхупад говорит, и вот он говорит, что мы должны принять прибежище у такого гуру, кто полностью сведущ в учении Шри Чайтанья Махапрабху полностью. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, какое учение он дает нам, мы должны принять прибежище у лотосных стоп такого гуру, кто полностью сведущ в этом, еще исследует всему, не только говорит, а также делает все о том, что он говорит. И вот мы знаем, что внутри нашего сердца что и Чайтья-гуру, и Маханта-гуру, две этих вещи есть. Шри Чайтанья Махапрабху Шикша — это очень чистое учение, и если кто-то хочет осквернить его ради каких-то корыстных интересов, они будут сурово наказаны, я уже говорил об этом. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур никогда не позволял никакого осквернения на пути Намахаты. И те, кто по-настоящему, без сомнений, гуру вайшнавы, те, кто полностью сведущи и утвердились в учении Гауранги Махапрабху, они сами пытаются служить лотосным стопам Гауранги Махапрабху, вечным его спутником. И вот и из их учения мы знаем, что есть Чайтья-гуру и Маханта-гуру. Внутри сердца каждой дживатмы, это не столь важно, где она находится, ну, где, имеете в виду, какой-то, где человек находится, неважно, в любой стране, в каждом сердце есть Бхагаван, Верховный Господь, в форме Чайтья-гуру. И вот согласно их своей прежней карме, хорошему и плохому, это правритие. Если наша баба плоха очень, то мы... Ну, в общем, все прямо или косвенно, оно контролируется Верховным Господом. Но не все могут чувствовать это, даже лист с дерева не может упасть без воли Верховного Господа. И вот... Внутри сердец всех живых существ, в форме Чайтья-гуру, всегда он, Господь находится и вдохновляет их, дает советы, что и как делать. И это такой директор, такой направитель. Обусловленные души, они и вот пример Махарадж приводит, как это возможно, когда Сивас Пандит closing the door of deity room. Он закрыл двери алтарной и позвал. Он боялся, поскольку этот мусульманский царь мог прийти, разрушить его комнату, ну и дом его. И этот Шри Чайтанья Махапрабху пришел, начал стучать громко: «О, Сивас, кого же там зовешь? Открывай!» И Сивас, он думал, что же делать. Rain, the Muslims, they can come and make some problem. Prabhu speaking, if I am going to give inspiration, then they can come.
И вот он боялся, что из-за того, что он там громко петь будет, то кто-то может помешать. Но Махапрабху сказал, что если я вдохновлю их, тогда они придут, а без моей воли как они придут? Бхагаван хотел сказать, что он в форме Чайтья-гуру, он пребывает в сердцах всех, даже мусульман и всех остальных. И как же они придут, если я не вдохновлю их? Это невозможно. И таким образом Чайтья-гуру, он всегда ведет нас. Ну, кто-то может чувствовать, кто-то нет, но так или иначе все совершается с его волей. И Чайтья-гуру, он укажет нам на лотосные стопы Маханта-гуру. Если Чайтья-гуру доволен нами, то тогда по наставлению Чайтья-гуру мы можем обрести достойного Маханта-гуру, который будет подлинным, не каким-то обманщиком. И вот согласно вашему сукрите вы обретете вот такого гуру. И вот как до тех пор, пока мы не развили Севанмукхи Сукрити, и вот если у людей недостаточно сукрити, то они не получат указания от Чайтья-гуру. Когда дживатма, она полна желаний дхармы, артхи, камы, мокши и всех других четырех этих вещей оскверненных, то имеется в виду материальных желаний, то Чайтья-гуру ну, то есть эти люди будут привлекаться, такие люди будут привлекаться только материальным. А когда они осознают славу бхакти, и тогда постепенно в течение их жизни, так или иначе, если они разовьют это сознание, то тогда Чайтья-гуру, Вайшнав Маханта Гуру, Дикша Гуру или Шикша Гуру, то он укажет, и тогда по указанию вот Чайтья Гуру, это обусловленная душа, она может вдохновиться, принять прибежище у какого-то подлинного гуру. И когда у них будет такая возможность, то они смогут прогрессировать на пути баджана, но при условии, что их самопредание было совершенным, будьте уверены. Садгуру, он уже находится там, на Вайкунтха-дхаме, на Галоке, они заняты служением. Но все же они приходят сюда, в этот мир, чтобы спасти нас. Шрила Прабхупада говорит, если я не смогу подумать, что Верховный Господь и мой Гурупад Падма, они не отличны. И вот если они будут думать, что Верховный Господь переходит в этой форме, то до того момента Харинам, он не сможет, чистый Харинам, он не сможет снизойти на наши уста. Мы, у нас не будет качеств для повторения чистого святого имени. И вот у Гурудева, и поэтому мы говорим, что Гурудев, он Нитья-гуру, Сидда-гуру. Сидда-гуру значит, Шрила Прабхупад говорит, у них есть их вечная сварупа в Нитья-дхаме, они совершают служение там. И вот по своей беспричинной милости, по желанию Верховного Господа, они снисходят сюда, чтобы спасти нас. А как? Поскольку мы находимся в океане материи, и с помощью веревки бхакти они пытаются спасти нас. И вот они протягивают нам руку помощи, мы, находящиеся в океане Майи. И так или иначе, они спасают нас постепенно, один за одним. Они спасают нас, и вот таким образом Гурупад Падма, он спасает нас. И эта процедура, благодаря которой мы можем прогрессировать в нашей жизни, иначе нет никакого пути.
И Шрила Прабхупад говорит уже, описано в Шри Чайтанья Бхагавате. Милость, уникальная милость Шри Чайтанья Дева, мы должны подумать снова и снова о ней, вичар аналитически, мы должны подумать и найти. Chaitanya Chandir Daya Karo Vichar. You will have to think about the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Мы должны подумать о славе Шри Чайтанья Махапрабху, о его великолепной милости. Если мы сможем подумать об этом и размышлять о ней, то тогда мы почувствуем ее великолепие. Милость Шри Чайтанья Чандры. Мы должны размышлять о ней. Думать, анализировать. И если мы думаем так, то по милости Гуру Вайшнавов мы сможем обрести великое благо. Если те, кто Шрила Прабхупад говорит то, что хотел сказать Вриндаван Дас Тхакур, те, кто не понимают этого, и что Вриндаван Дас Тхакур Махашой говорит, то, что если они не понимают, то тогда, если они... И вот кто-то может открыть выставку ахимсы, ненасилия. Ахимса — это насилие, зависть, ненависть. А ахимса, соответственно, ненасилие. Хари-сева — это наивысшее, если наша вайрагья, отреченность, она не помогает нам на пути Хари-бхаджана, то это вайрагья, она бесполезна, мы должны отказаться от нее. И вот, когда, если кто-то злоупотребляет этим словом, каким словом можно вспомнить то, что... И вот много раз я уже говорил о том, вот об этой шлоке. Что мы не должны причинять боль и беспокойство другим умом, телом и речью, хотя Шрила Прабхупад в своем последнем наставлении, перед тем, как оставлять этот материальный мир, он говорил, что я вас всех беспокоил как-то для того, чтобы всех вас занять в Харисаве, в Бхагаватсеве. И поэтому я вынужден был вас как-то беспокоить, и Гуру Вайшнавани также следует этому. Гуру Вайшнавани всегда думают таким образом, внешне не могут как-то жестко говорить, ругать нас может даже. Они хотят изменить наше настроение и остальное, но если мы будем думать, почему они говорят так жестко, то если вы неправильно подумаете, что они бессердечны или как-то что-то не то там, то в этом случае, вот если вы в самом начале вашего баджана вы совершите оскорбление неправильных, поймете, то тогда никакой баджан у вас не получится. По крайней мере, лучше спросить, почему они говорят так или иначе, какова причина может быть там. И, но если вы в самом начале вот, сделали что-то неправильно, то это проблема. И те, кто уже приняли прибежище у Гурудева, не все 100% преданные. И если они оставят лотосные стопы Шри Гуру из-за того, что у них есть анархии различные, они обхилаши, посторонние желания, то
Но Гурупад Падма, он может все это очистить, если мы искренне. Но для Гурупад Падмы невозможно, если мы следуем, а точнее, если мы лицемерны, то для Гурудева это невозможно. И вот те обусловленные души, как же они смогут стать успешными, в этом главный вопрос. Те, кто анартха-юкта дживы, те, кто полны анарт, то чему же они должны следовать, чтобы они достигли совершенства бхакти-ситхи? Я имею в виду, анартха-юкта дживы, они могут следовать вайдхи-маргу, и потом, благодаря их баджану, если они по своей великой удаче почувствуют вдохновение следовать Ручи-маргу. Есть Видхи-марг и Рага-марг. Ручи-марг значит Рага-марг. И в этом случае, как следовать этой процедуре, то постепенно они могут узнать об этом, если они достаточно искренни, то Бхагаван, он даст им должное руководство. Я уже говорил, что без милости такого великого преданного, великого саду, кто уже обрел это чувство, Бхаву, Враджа Бхаву, и без милости такого саду никто не может обрести Враджа Прему. Это невозможно. Только и только по милости Враджаваси, я имею в виду Нитя-сидда саду, у кого есть такое чувство непрерывного служения, бескорыстного служения, те, кто служит с таким вдохновением, и эта рага-бхакти, она уже есть в их сердцах, и тогда, если мы будем служить им, то мы это обретем. Нет никакого другого пути. Мы можем следовать различным процедурам, что-то как уделять внимание чему-то, но успеха достичь сложно. И вот Махарадж 3 дня назад эту слоку повторял. Тато бхажето ман притаха сардару дурнашчаяха джушо манаша тану камано дукшо дарканшча варахан. This is the procedure. This way they can, I already explained previously. So ultimate conclusion is that. И вот заключение в чем? То, что без милости Нитьянанда Баладева, гуру, мы не можем стать успешными без их милости, без милости Нитьянанды в форме гуру. И вот на день явления Баладева и Нитьянанды я много раз обсуждал эту шлоку, и здесь описывается, кто получает милость Анантадева, имею в виду Гурудева. Кто может получить их милость? Сарватмана Шритападам, полностью ум и душу, полностью предаться. А кому? Сарватман, вот это слово значит полностью. Всем сердцем принять прибежище у Нитьянанды, чтобы ничего не осталось, чтобы мы полностью предались. И условия нирваликам, значит, что если нет ни капли двуличия и лицемерия, что сердце такого предавшегося человека должно быть полностью число. Вот здесь слово «валик» значит что-то искусственное, а «нирвалик» значит
безупречно чистого, бескорыстного. И вот когда сердце такого человека полностью чисто, то в этом случае 100% он получит милость. Никто не сможет остановить нас. Никто не сможет выступать против вас. Если кто-то выступает против вас, то это обязанность Верховного Господа. Как Прохлад Махарадж, он не боится, что тигры его съедят, и Друву Махарадж не боится. И Прохлад Махарадж не боялся, когда отец скидывал его с горы у океана. Когда кидал его в океан, он тоже не боялся. И Друва Махарадж тоже не боялся, что в лесу какие-то свирепые животные придут и съедят его. И таким образом Нирвалик — это обязанность Баладева. Поскольку одно из имен Нитянанды Баларама — это Пашанда Далол, это значит, Нитянанда Баларам он уничтожает этих всех Пашанд безбожников. Те, кто выступает против чистой преданности и Гуру Вайшнавов, мы должны продолжать говорить об абсолютной истине. Нам не нужно думать, что какие-то группы могут против нас выступать, никакие проблемы. Не могут находиться на пути абсолютной истины. Это ответственность Баларама. Он может сделать с ними все что угодно. И много проблем может случиться в жизни тех, кто против Гуру и Вайшнавов. Вам не нужно думать об этом. Бхагаван позаботится об этом. И поэтому Нитянанда Баларам — это их решение. Вся ответственность на мне. Ничего не бойся. Баджа-гуру хари, значит, говорить о гуру хари. Баджа Гурухари, значит, нужно делать что-то для того, чтобы Верховный Господь был доволен нами. И мы знаем от Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, что нет никакой садханы, которой Господь доволен, кроме... И вот через трансцендентную Харикатху и Харикиртан Господь доволен больше всего. И вот Он говорит: пытайтесь купить меня, вначале вы служите Гуранге, совершайте баджан Гуру Хари и купите меня. Купите меня, значит, я всегда за вами. И много какие-то люди выступают против Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, но что они могут сделать? Что они могут сделать? Ничего не могут сделать, поскольку их положение часто негативное. И вот те, кто... В негативном положении, кто находится, они всегда боятся, они заняты тем, чтобы защитить свои какие-то корыстные интересы, материальные вещи, и у них нет времени думать должным образом о Верховном Господе. И как же они могут говорить Харикатху? Могут, конечно, лекцию на час дать, что-то запомнить и рассказать, но Харикатха, она невозможна. Харикатха — это нечто отличное. И вот они заняты своими вещами. И когда Нитянанда говорит, everybody busy with different procedures of bhajan,
Все заняты какими-то разными процедурами баджана, кто же их будет смотреть за ними и направлять на должный путь. В Ведах много указаний на различные вещи. И вот такова процедура веды. Различные веды дают нам наставления разными способами Шрутайо, Шрути. И все риши муни, они замечания делают, дополнения. И вот Шрути, смотрите, они разными способами ведут нас, и мы в итоге должны зависеть от саду гуру вайшнавов. Двенадцать махаджан, я уже говорил о них, но после этого мы, когда мы сможем обнаружить, что те, кто следует им, они тоже Бхагавата-ачарьи, и после этого у нас так много ачарьи, Рупа, Госвами, Санатана, те, кто помогают нам на пути нашего баджана более таким продвинутым научным образом, поскольку они все в какой-то степени, эти 12 махаджан, но из этой Бхагавататвы Вигьяна более научные вещи мы видим на примере Рупа Госвами, Сваруп Госая, и в итоге Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. И это не так, что мы должны следовать этим 12 махаджанам только. Мы должны следовать им, поскольку они следуют Бхагавад-дхарме. Но Наротам Такур говорит, вот Пурва, вот это термин, то, что мы должны поддерживать баланс, и согласно нашему сампрадае, нашей сампрадае и нашему вкусу, мы должны совершать баджан, который показали нам ачарьи, предыдущие ачарьи. И также я говорил о том, что о запутанной сети кармы, то, что любые действия, которые мы делаем, у всех действий есть свои противодействия, действия без противодействия не может быть. Аштанга-йогу, если мы совершаем, мы получаем различные вибхути, эти совершенства. И те, кто размышляют о безличном Брахмане, но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Бхагават Сева Сук, трансцендентное блаженство, которое проявляется из нашей севы, это наивысшее, поскольку когда наша бхакти становится чистым, тогда мы почувствуем некое трансцендентное блаженство, и таким образом различными способами различные люди совершают баджан. И вот согласно этому они получают свои результаты, и в их этом, согласно их уровню, они получают какие-то плоды. Но Бхагават Парайан, до тех пор, пока вы не предадитесь полностью, до тех пор, пока вы не сможете предаться лотосным стопам Хари, я могу пример привести. Вы, например, женитесь согласно ведической системе, вот кто-то женится, а если жена
не предается вам, то тогда она не сможет служить вам. И поэтому так много проблем в индийском обществе, поскольку нет никакого самопредания. Когда вы хотите служить мужу, и если этого чувства нет, то что я твой, то служение невозможно. И вот когда вы становитесь Бхагават Сева Парайан, то есть заинтересованы в том, чтобы совершать служение Господу, или делаете что-то, то это можно, можно назвать садхана бхакти. И в этом случае карма – это особое слово. Тут неприменимо, поскольку вы уже предались и что-то делаете. Сварупа Джим, она чинмой, трансцендентна. И мы не можем заставить дживатму прекратить обсуждать что-то трансцендентное. Да сейчас она покрыта невежеством, поэтому не хочет. И вот Бхагаван говорит такую шлоку, что такие саду махатмы, они очень редки, хотя мы знаем, что обусловленная душа, у нее нет чувства чинмой васту. Джарабадха, вот это обусловленная душа, но все же в сваруп татве, джива, они чинмой татвы. И вот по своей сварупе они чинмой татва. И чтобы обсудить это знание, трансцендентное знание, она... То есть это знание гьяна, она в различных видах может быть, как материальное знание, химия, физика и прочие науки, потом более тонкое знание от материи, которое возвышается выше. Как-то так. Джара и линга. Махарадж перечисляет эти виды знания на санскрите. Но я согласно Рай Раманда Самвату, я обсуждал то, что когда вы будете следовать постепенной процедуре баджана, в начале всего варна садантатва. И вот Рай Махашой начал с варнашрамататвы. Я об этом не буду больше говорить, я уже рассказал об этом. И вот когда наша цель в том, чтобы Господь был доволен нами, то это бхакти, а если нет, то это карма. Становится карма это. Если наша цель не в том, чтобы Господь был доволен нами. И вот Рай Махасой в дальнейшем говорит о кармарпане. Кармарпан, значит, посвятить все результаты своих действий Кришне. Это не так легко, как может показаться, поскольку все дживатмы, у них есть ложное эго. Так или иначе, они не могут избавиться от этого ложного эго. Но кармарпон, так или иначе, если они, по крайней мере, совершенным образом могут этот кармарпон совершать без ложного эго, если джива может полностью посвятить результаты своих действий Бхагавану, то ей уже не о чем беспокоиться. I can get some happiness
И вот кто-то арати поклонение Господу проводит, просит, чтобы Господь даровал богатство и все проблемы телесные, умственные и прочие, чтобы забрал. И вот многие так поклоняются Господу, чтобы Господь даровал хорошее и забрал плохое. А так, чтобы из-за чистой любви кто-то арати совершал это редко. Но Господь говорит, вы должны делать все без корысти, не привязываться к результатам своих трудов. И вот когда Бали Махарадж совершал дан, жертва, подаяние, он жертвование. То есть, но потом он понял, что в этом мире нет ничего, что он мог бы считать своим. И когда он осознал это, что у него ничего нет, все принадлежит Господу, он достиг успеха. Но бхакти, и вот и тогда это бхакти становится, когда мы посвящаем плоды своего труда Господу. И те, кто следует варнашраме, они, те, кто идут к Ягьяпати, Джаганатху, Сарабута с вами, если мы полностью, всем сердцем, все результаты своих действий посвящаем Господу, это очень высокие вещи, это не шутки, не каждый может это сделать. Но если вы следуете только наставлениям Писаний, что нужно то сделать, иначе деградируете вот, и прочее. И вот некоторые из-за страха, если что-то делают для Господа, это не бхакти. Бхагаван этим недоволен. Все дживатмы, они шакти Кришна, не Кришна даса, и поэтому естественно, что они должны развить такие прекрасные любовные отношения с Верховным Господом. Почему они сейчас это не делают, вот в этом вопрос. И вот вот эта шлока, в ней говорится Джива Бута Санатанага, Санатан Бхагаван и Джива Атма, они тоже Санатана, они тоже вечно существующие. И вот изначально они исходят из Господа, и почему бы им не обнаружить свою вечную связь с Верховным Господом, почему они не имеют такие прекрасные отношения с Верховным Господом, почему они не обретают Брахму, вот в это вопросы. И вот согласно суждению шастр, варнашрамачари, те, кто следует варнашрамадхарме, или кармарпонкари, те, кто предлагают результаты свои кармы Бхагавану, они в более высоком положении, но Махапрабху не был доволен, говорил, говори выше, дальше. И вот это саддхататва, это внешние эти признаки, поэтому Махапрабху сказал, говорит дальше, на пути кармарапона все равно есть запах какого-то ложного эго. Люди думают, что они это делают, они предлагают, посвящают результаты своего труда Господу, но это, как правило, конечно, есть бескорыстные, но очень и очень редко. И таким образом, если люди следуют кармарапону, они то есть там может быть запах ложного эго, не думая, что я сделал, я вот посвятил результаты своего труда Господу. Я знаю, один преданный Гурудеву пожертвовал 8 миллионов рупий. Ученик Вамана Госвами Махараджа был очень беден до этого. Гамчи продавал.
After that he was ready to pay 80 lakhs, more than 80 lakhs. Ну, потом занялся коммерцией какой-то, денег заработал, вот Гурудев 8 миллионов рупий пожертвовал. И вот так кто-то делает что-то, но не могут гарантировать то, что у них нет ложного эго. Я имею в виду, что я хочу сказать. Они совершают дан, дают пожертвование, донейшн Гурудеву, но наивысшее пожертвование в чем? Что это вообще? Чарумдан. Это такое наилучшее пожертвование. И это очень такое великое. А обычное пожертвование что-то отдельное. Чарумдан. Пожертвование Бали Махараджа было наилучшее, наивысшее, поскольку в его жизни больше ничего не осталось, чтобы он мог пожертвовать Господу. И еще пример. Когда я, обычно, когда время у меня есть, я в лес отправляюсь во Вриндаван, но вот последние года времени нет у меня в лес ходить. И вот Махарадж был в Камьяване, там была группа парикрамы, и вот я смотрел, что происходит, и вот они. Там их не ачарья, он не вайшнав был, а просто какой-то ачарья, и вот перед ним какие-то бедные враджаваси пришли. Дали ему 20 рупий, но эти враджаваси очень бедные были. И вот они сказали, что вот все, что у нас есть в своей жизни, все, что вот собрали, вам предлагаем. Все, что накопили. И вот это пожертвование, которое они дали от всего сердца, это такое наилучшее, наивысшее пожертвование. И потом, как Бали Махарадж, когда он отдал все, что у него ничего не осталось. И такой вид пожертвований очень редок. Мы не можем ожидать, как это возможно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в киртанах, но кто может следовать этому, как Шрила Прабхупад? Он нишкинчан, наивысший нишкинчан, наивысший отреченный, как Горки Шордас Бабаджи Махарадж, он лучший из отреченных. Поскольку они предложили все, кто-то может сказать, что они построили 64 различных матры, как они нишкинчаны, но значение слова «нишкинчан» в чем? Если вы поймете значение этого слова, тогда спорить вам не понадобится. «Нишкинчан» значит, что ничего не осталось в его жизни. А «кинчана бхакти» – «нишкинчана бхакти» значит, что ничего не осталось в их жизни. Все уже предложено лотосным стопам Верховного Господа. И это зовется «акинчана бхакти», у них ничего не осталось в их жизни. Понимаете, мы можем пожертвование какое-то дать ради какой-то цели, но, как правило, все люди что-то дают, это по их карману не ударяет особо, то есть они что дали, что не дали, погоды не делают. Но если кто-то, если отдает совершенно все, что у них есть, это уже другое совершенно. А так люди дают посильнее какие-то пожертвования, и вот когда кто-то Верховному Господу посвящает. Посвящает что-то, и у такого человека может быть такой запах настроения делающего. И вот Махапрабху говорит, если еще что-то, пожалуйста, говори об этом. И вот такие люди с чувством делающего, они не могут войти в царство преданности, но могут подойти к воротам этого царства. Чтобы начать подлинные бхакти, нужно полностью предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Без этого преданность, это слово неприменимо. И вот эта преданность может осквернена быть кармой, гьяной и прочими вещами.
И вот даже до сегодняшнего дня не каждый может совершать подлинное бхакти, и поэтому Махапрабху недоволен. Он говорит хорошо, говорит дальше, выше. Но те, кто совершают атма-неведанам полное самопредание, войти в область бхакти, если там нет атма-неведана, нет атма-неведаны. Вот это главное. Без атма-неведана наша преданность, подлинная преданность, она не начнется. Преданность значит бхакти, служением, и тогда мы не сможем служить. И вот когда кто-то принимает прибежище у девятисложного бхакти, Шраван Киртан, Смаран Паричарья и прочее, и вот когда кто-то принимает прибежище у Садгуру и совершает такое служение, а если кто-то не принимает прибежище у Садгуру, но все равно совершает Шраванам, Киртанам и прочее, то результатов в своей практике они не могут получить. Но когда они принимают прибежище у подлинного Садгуру и с полным самопреданием совершают вот это слушание Шраванам, Киртанам и прочие виды преданного служения, это получается бхакти, и они обретают результат этой практики. И вот все находится под влиянием гун материальной природы в той или иной степени. Все в этом мире находится под влиянием этих гун материальной природы. И поэтому Бхагаван сказал Арджуне, все, что ты делаешь, все под руководством Вед, но те, кто, они, ну и вот, и все, соответственно, действуют под влиянием этих гун материальной природы. И вот Веда-шастра, она может быть разделена на две части. Первая – Трайгунья Вайши, а Трайгунья Амша, другая вот другая, в общем, Нистрайгунья Амша, как-то так. И вот мы должны выйти из-под влияния трех гун материальной природы, иначе мы не сможем совершать нашу практику. И вот когда мы выходим из-под влияния гун материальной природы, то тогда это бхакти, это чистая бхакти. А если с желанием мукти, освобождения, варнасам дхарму мы совершаем желанием освобождения, и вот если мы так следуем варнашаме с желанием освобождения, я уже сказал, что если вы следуете варнашаме с таким желанием, то это цель, и, а те, кто совершают кармарпон, предлагают плоды своего труда Верховному Господу, это, эти лучше, чем просто стремящиеся к освобождению. Но it is not, you know, karma when you are doing, but it is not actually bhakti. Actually, it is not bhakti. It is one kind of like. Просто предлагая плоды своего труда Господу, это не настоящая бхакти, хотя похоже. И поэтому Махапрабху говорит, говори дальше, выше. И вот Рай Махашой говорит, садхарматяг. Когда Махапрабху говорит, что вы должны более глубоко, более высоко говорить, то Рай Махашой говорит свадхарматяг. То есть вот этот отказ от варнашрамы и прочие, да, свадхармы, то, что мы должны оставить. И тогда в этом случае это хорошо. И вот смотрите,
Когда Рай Махаши дает ответ насчет Садхарма Тьяга, и вот Рай Махаши говорит сейчас, Рай Махаши говорит Свадхарма Тьяг, и когда кто-то оставляет Свадхарму и свою дхарму и принимает прибежище у Бхагавана, это хорошо. Те, кто оставляют варна-ашраму, дхарму и все остальное, это может быть какой-то вид ложного эго здесь, так или иначе, но это связано с ложным эгом, телом, умом и прочим. И когда мы оставляем эту свадхарму, это хорошо. И вот Рай Махаши, он отвечает таким образом. И из Бхагаватам Махапрабху просит любое... То есть, если мы что-то говорим, мы должны пример из шастра привести. И вот Рай Махаши, он приводит пример из шастра, который... И это поддерживает его суждение. И вот Рай Махаши говорит, Свадхарма Тьяг, это очень хорошо. Если мы отказываемся от своего ложного эго и всего остального под вот, в процессе этой Свадхарма Тьяга. И вот вопрос из Шримад Бхагаватам Махапураны с 11 главы, 11 песни. Садхармано сантьяджо я сарвано мам бхаджет са са ча саттама. Агдаиго, any kind of instruction I was given. Любые наставления, которые я давал в различных местах, и в Гите также Бхагаван дает различные наставления, потом говорит, оставь это, оставь то, оставь третье. И вот здесь Бхагаван говорит. В различных местах шастры я говорил различные вещи, которые запутывают вас. И вот что такое благо, это хорошее и плохое, мы должны думать об этом. И если мы захотим отказаться от этого, и... Мы должны совершать служение с любовью, это очень важно. И поэтому я вчера сказал одним преданным, то, что вайрагья, отреченность не столь важна. Служение более важно. Это уже достаточно запутано. Запутано различные сруки, смотрите, пураны, они запутаны. И кто же может показать нам путь? И поэтому Шринивасачарья в Госвами Аштаке пишет. Если мы изучим все шастры, то это достаточно запутанно для обусловленных душ. Принять какое-то решение на этой основе очень сложно. И поэтому наша Гуруарга, великие ачарьи, посланные Верховным Господом, и вот согласно наставлению Верховного Господа, они изучили все эти шастры, извлекли суть из этих шастр. Как Госвами, они очень много написали, кто это может понять. И вот поэтому Шрила Бхактину такого пришел, он извлек суть всех этих писаний Госвами. И вот в Бхагаватам говорится, что люди со временем теряют свое терпение, заслуги и прочее. День за днем под влиянием кали они теряют. Это просто влияние кали, и в этом проблема. И вот в Бхагаватам в первой песне говорится, что из-за кали, из-за влияния кали, Ясадев, он видит, что люди теряют свою силу, заслуги, терпение и все другие благие качества. И вот Ясадев решил
по желанию Бхагавана и по наставлению Нарады он составил Шримад Бхагаватам Махапурану, и чтобы люди обрели благо так или иначе. Если они слушают Бхагаватам Сиддханту Шаста из подлинного источника, но смотрите, если мы будем слушать Харикатху от непонятно откуда, не с подлинного источника, вот неизвестно откуда, то в этом проблема, благо не обретем. А трансцендентный звук Шабда Брамы, если мы хотим проверить, мы можем проверить, слушать различные лекции. Какие-то преданные вроде умирают от коронавируса, кто давал советы им, я не знаю. И вот они начали слушать Харикатху. Харинам слушать и как-то повторять, и вот смогли этот коронавирус как-то победить, не умереть от него. Что такое подлинная Харикатха, что такое ложная, вы осознаете, если вы будете искренне. Иначе вы можете запутаться, что вроде это хорошо или то хорошо, а кто вы, чтобы судить? Кто-то говорит, что Харикатха Шрилы Прабхупады очень сложна для понимания, лучше следовать какому-то другому саду, но хотите умереть, умирайте, кто может с вами что сделать? И вот смотрите, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если вы поймете бхакти, есть вот два вида бхакти. Две категории. Кевала бхакти, чистая бхакти. Мы служим Кришне. Почему? Чтобы служить Кришне. Почему мы совершаем бхакти? Чтобы обрести больше бхакти. Почему мы совершаем бхакти? Для того, чтобы обрести больше бхакти. В этом причина. Я уже сказал перед моим Гурупад Падмой. Сила Сиддхартха Госвами Махараджа пришла группа преданных и жаловаться начали. Все вот говорят, что Сила Прабхупад, Гурага говорят, Лакхаринама повторять, а когда? Когда повторять? Сева, сева, времени нет. И Махарадж говорит, мы совершаете служение. И вот когда же повторять Лакхаринама всегда? Севу, севу нужно совершать. Шрила Сиддхартха Махарадж ответил, мы совершаем саву для того, чтобы повторить харинам лучшим образом. Мы совершаем харинам, чтобы получить служение, совершаем служение, чтобы повторять харинам лучше. Это взаимокомпенсирующие факторы, поэтому мы должны повторять харинам устами, не прекращать, как эти имперсоналисты. Готовы мы... Нужно в уме, по крайней мере, думать о Верховном Господе, повторять Его Святое Имя. И ошибка обусловлена душой в том, что она теряет связь с Верховным Господом. А если мы сможем непрерывно памятовать о Верховном Господе, то так, все, во время любых наших действий, если мы куда-то идем, спите или вы или едите, всегда харинаму творите. Нужно всегда помнить Верховного Господа во время всех своих действий. Непрерывное памятование – это очень важное. Непрерывное памятование во время еды, сна, любых действий. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что бхакти можно категоризировать в два направления. Первое – это кевала бхакти. И нет причины, почему. И ахайтуки бхакти, кевала бхакти. И другое – прадхани бхута. Прадхани бхута значит, думая о выгодах и потерях. Кевала Бхакти, она свантантра, она независима, она нейтральна, она очень могущественна и без желания кармы, гьяны, йоги, ничего. И вот это называется Кевала Бхакти, такая уникальная, исключительная бхакти. И это есть нирупадхик прям. Почему я люблю Кришну, если какая-то причина, это называется нирупадхик. Прямо я, почему я люблю Кришну, Радхарани не может сказать.
И вот в Брахмагите говорится: Кришна, ты ушел, но все же мы не можем оставить тему, оставить разговоры о тебе. Кришна ушел, но в форме Харикатхи он всегда присутствует, мы говорим о нем. И вот есть Ананья Бхакти, зовется это Кевала Бхакти, и она полностью свободна от кармы, гьяны и всего остального. Это очень могущественно. И это зовется Нирупадик Прем, Нирупадик Сева. Хануманджи Махарадж, почему он служит Рамачандре? Какое благо он обретает от этого? Но Хануман говорит: не совершая служения, я не могу жить. Он Ачарья Даси, служение. И вот Хануман Рамачандра, он очень доволен им, поскольку тот являет идеальный пример Даси. И вот в каком-то месте есть этот Хануман, который всегда воспевает имя Рамы. И когда он воспевает имя Рамы, все волоски на его, на нем они встают, поскольку он чувствует, как будто имя Рамы исходит из каждой клетки, исходит из каждой клетки его тела, из каждой поры. И вот когда Хануман повторяет имя Рамы, то чувствуется, как будто все его тело повторяет Харинам, но немного в другом настроении. И вот наша Радхарани по-другому хотела сказать, но Радхарани, как мы знаем это от Шрилы Рупы Госвами Пада. У нас нет связи с Радхарани прямой, но вот через Рупу Госвами, он Рупа Манджари, когда он пишет: Tunde tanduva niruti vitanu tundavali rati. All the Vaisakhi, all my sense organ, everything. And overpowered by Харинам. О Сакхи, все мои органы, чувства, все остальное, оно захвачено Харинамом. Tundavali rati. Karna krodha karamani ghatayati karna adhudhya spiya. When my tongue going to sing, когда мой язык повторяет имя Кришны, мне нужны десятки миллионов языков, чтобы повторять его имя. Когда я слышу его имя, мне нужны десятки миллионов ушей, чтобы слышать этот Харинам. И Мучукунда говорит нечто подобное о Прабху. Ты спрашиваешь меня попросить какое-то благословение от тебя. И вот я хочу получить бесчисленное число ушей, чтобы слышать твою нектарную харикатху. И это мои. И если ты можешь благословить меня таким образом, я буду очень доволен. Я хочу иметь бесчисленные уши, чтобы вкушать нектар твоей харикатхи. И вот, смотрите, мы находим то, что Прадхани Бхута Бхакти и Ахайтуки Бхакти. So Pradhani, you know, Nirupade Bhakti, Ananna Bhakti, Akinchana Bhakti, all different
И вот это различные эти разновидности бхакти. И Прадхани Бхута Бхакти имеет какую-то внутреннюю цель. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура разделяет это все на три категории. Карма Прадхани Бхута, Гьяна Карма и смесь этого. Первые те, кто смешана карма с бхакти, они вот так называются. И Гьян Прадхани Бхута, и по крайней мере материальная карма там есть, но все же они, гьяна у них преобладающая, и с этим бхакти смешивается. So, first of all, karma padani bhuta. И вот вначале, thing is karma with mixing with bhakti. Вот в первом случае карма, которая... И вот карма, которая преобладает, и она смешивается с бхакти, а потом гьяна также, а потом гьяна с кармой. Они обе смешиваются с кармой. И вот то карма, та карма или та гьяна, которая играет главную роль на пути нашего бхакти, это зовется вот так. И там мы находим это бхакти. И та карма, и та гьяна. Then in that case, somehow they are going to serve karma or gyan. You know? So, they are going to karma or gyan. But anyway, bhakti dasattva, you know, gyan, karma always try to serve bhakti devi. И вот гьяна и карма, они всегда пытаются служить бхакти деви. Мы знаем это из прославления Бхагаватам. Там Бхакти-деви, она спрашивала, почему мои два сына Карма Гьяна и Вайрагья, почему они слабы? И Нарада сказал, дал такое наставление. И через этот пример мы знаем то, что Гьяна и Карма, если они не служат Бхакти-деви, то это бесполезно. Когда гьяна и карма служат бхакти деви, то тогда они смогут получить результат, иначе нет. Поскольку карма, гьяна, они всегда служат как служанки. Они всегда служат бхакти деви как служанки. И такая карма, которая неблагоприятна для бхакти, ну, в общем, это карма и гьяна, они связаны друг с другом. И если они благоприятствуют какой-то севе, то это хорошо, иначе нет. Потом следующее. According to Shastra Vichar, that is why Karma Kando, Gyan Kando, вот согласно Shastra Vichar, вот это все Karma Kanda, Gyan Kanda и Bhakta Kanda, это все отличается.
полностью причем. И вот согласно праву и этим склонностям дживатам, они могут следовать той или иной процедуре, и от чистой бхакти она полностью отлична от этого. И вот сейчас, надеюсь, вы поняли, пытайтесь понять ту шлоку, которая произнесена Рай Махаше. И вот Рай Рамананда говорит. И вот Бхагават Шастре Варнашам Варнашам Дарме говорится, в общем, вот эта шлока, которую Махарадж произнес, Бхагаван говорит. И вот Бхагаван говорит в различных шастрах, различными способами я давал такое наставление, но Saranagata, who was totally going to show submission, Bhakti. Saranagata, полностью предавшиеся души. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он показывает нам, что он находится уже в Варнашрама Дхарме, Шивас Пандит тоже. Но полностью самопредавшиеся души, ну, в общем, определяется согласно их заслугам в области бхакти. Вот в одном из киртанов такие слова есть. То, что благоприятно для бхакти. Что, чтобы Верховный Господь был доволен, и что же делать, что мы должны делать все, что благоприятно для бхакти, и отказываться от того, что неблагоприятно. Поскольку Шаранагата Бхакта, он всегда думает о том, как служить. И Хануманджи Махарадж, он не думает о Раване, Кумбакарме, ни о ком. Он думает только о том, как совершать служение Раме. Говинда, я могу, буду говорить во время Гамхиры и Лилы, как Говинда, например, совершенно не интересовался, о чем говорит Рай Рамананда, Сваруп Дамодара и Махапрабху. Даже не думал об этом, а просто говорил, что же там, о чем же вы говорите, что мой Господь всегда плачет, можете ли вы что-нибудь хорошее сказать, чтобы он смеялся. И сейчас тем более вы с утра тут сидите, Махапрабху ничего не ел, давайте уходите. И вот Говинда таким образом, смотрите, он совсем не заинтересован о том, о чем они говорят. А Говинда только служил Махапрабху. И внутри Гамхиры они обсуждали очень прекрасные возвышенные темы, и мы будем говорить о них. И вот когда мы перед тем, как отправиться во Вриндаван, если у нас будет такое чувство, то наше посещение Вриндавана будет успешным. Шаранагата, те, кто 100% преданы. И вот мы должны принимать вещи, которые благоприятны для бхакти, и отказываться от неблагоприятных. Шаранагата Бхакта Хануман, он всегда думал о том, как служить Раме. Когда Лакшманджи Махарадж, он to fulfill the promise
И вот Верховный Господь, чтобы исполнить обещание данное Брахмой, а тот был Бхакта и... So Bhagavan cannot prove that my bhakti is false. И поскольку Господь не может сделать так, чтобы преданный его был неправ, как вот во время Нарисимха Чаритры мы знаем, когда Прахлад Махарадж сказал, он сказал Хираньякашипу, и в то время в Бхагаватам 7-й песне мы находим то, что Бхагаван, он показывает, что мой преданный никогда не говорит лжи. Сатьям видатум, и вот то, что мой преданный говорит, это не может быть ложью. My servant never going to speak lie. The bhaktincha sarvabhuteshu everywhere. Even in this. Я везде, везде сущ, даже в этой колонне. Прахлад перед Хираньякашипу сказал, что когда тот спросил, если Господь в этой колонне, то Прахлад ответил, да, Он и там есть. Когда Хираньякашипу он ударил по этой колонне, то колонна развалилась с огромным грохотом. И из этой колонны вышел, явился Нарисимхадев. И так Шаранагата Бхакта Хануманджи Махарадж, он ни о чем не думает, кроме своего служения. Для Бхагавад-севы, ради Бхагавад-севы Хануманджи мог within the duration of night period, he will have to go to Himalayan hills and search out where is Gandamala. И вот если ему нужно было в течение ночи сбегать до Гималаев, там какую-то траву найти, еще что-то, потом это все вернуться с этим, чтобы исцелить Лакшмана. Он готов был все это сделать. Лакшмана, на олицетворение Анантадева, Верховного Господа, но все же явил такую лилу болезни. И вот Хануманджи, он пошел в Гималайи при... Пока он дошел, много проблем было по дороге. Но все же он служил Анантадеву, и какие проблемы могут остановить его? Хануманджи пошел туда. Но несмотря на все проблемы, все равно Хануман исполнил эту миссию. А еще он не нашел траву, которую просили, решил всю гору притащить. И вот он поместил эту гору на левую руку, прыгнул и пришел к этому доктору и сказал, вот ищи сам, не могу эту траву найти. Ночь было темно, ничего не видно. И потом он эту гору назад отнес. И вот Хануманджи Махарадж, так много проблем было на его пути. Хануманджи Махарадж получил вдохновение от Анантадева, и, соответственно, он пытается и все решить. И вот такой Шаранагата Бхакта, он делает все для удовлетворения своего Господа. Хануманджи так или иначе, он действует как ну, в общем, делает все, что нужно. Только во Варнашрама Дхарма, если есть только Варнашрама Дхарма, केवल वर्णाश्रम धर्म थकिरे सेवाए सेवा प्रतिकूल भाव होय है ना प्रतिकूल भाव बे के कैन नॉट टेक डिसीजन व्हाट टू लीव व्हाट टू एक्सेप्ट देन इट इज नॉट
satisfactory. So this way we'll have to take even sadharmadi, sadharmadi nahi, and keval sadhar, only sadharma, sadharma tag mean, you know, you have to leave your Svadharma tyag. If you can leave. Like, leave me. Значит, оставление всех этих, то, к чему мы привыкли. И вот как Шивас Пандит, например, он когда увидел, что его сын умер, все плакали, но Шивас Пандит, он не плакал, поскольку он уже был отречен, он отказался от всего этого, и поэтому не горевал, когда его сын умер. И вот Шивас Пандит сказал: «Мой Господь совершает санкиртану, и вы не должны шуметь тут, беспокоить его как-то». И вот он сказал своим женам то, что он совершает, мой Господь совершает санкиртану, и вы не беспокойте его. И вот смотрите, вот Кула Девата значит, что если кто-то поклоняется своему семейному божеству, то оставить это значит, согласно нашей парампаре, в нашей вот семье, ну, в Индии такое часто, что, например, кто-то Кали поклоняется или Шиве, Кула Девата, такому семейному божеству буквально, вот согласно традиции семейной, привыкли поклоняться тому или иному божеству, и в этом случае нужно оставить все это Кула Девату, тоже нужно оставить. И такая отреченность, она невозможна для каких-то неофитов. Для тех, у кого есть вера, но маленькая, для таких преданных такая процедура невозможна. И сейчас, надеюсь, вы поняли, почему наша шастра и гурварга говорит следовать постепенному пути. Те, у кого есть, у кого мало веры, не окрепшая вера, то олпаништха такая. Они могут что-то заявлять, что, что-то наставление Бхагавана следует свадхарме, вот они следуют, что плохого, но они не могут развить такую непривязанность, а такое отречение, ничто, чтобы отказаться от всего. Поэтому для них хорошо следовать той процедуре, которая подходит им. Но по-настоящему те, у кого есть такая непоколебимая вера, те, кто думают ни о чем, и вот такие люди, если нужно сделать что-то для Бхагавана, они делают это без задней мысли, никогда не думают слишком долго. И такие преданные, они превосходны. И вот на санскрите можно найти вот эти три термина. И на английском хорошие, что-то сравнительное и превосходное. И вот Бхагаван говорит, что этот случай, он великолепен, он выше всех, превосходен. Тот, кто никогда не заботится ни о чем, тот, кто полностью утвердился в непоколебимой вере Верховного Господа. И то, что они делают и не заботятся более ни о чем. И такой бхакта, он сваттама. Он, это слово значит наивысший, наилучший. У нас есть три стадии.
Это молния такая. И вот те, кто совершает баджан Бхагавану, несомненно, они сад, я уже говорил несколько дней назад, и вот Бхагаван говорит. И вот те, кто махат, они только могут совершать это. Те, кто сад, те, кто имеют обрели связь с Верховным Господом, вечную связь, они, а конечно, она есть у всех, но не все ее могут обнаружить. И вот упасана Бхагаван, они, эти махат яктяне совершают этот свой баджан. И вот здесь Ом Татсат мы слышим. И вот мы должны помнить, Бхагаван, он вечен, вездесущ. Наша душа, она также вечна. И с таким чувством мы должны совершать служение ему, как вечная душа вечному Господу. И вот Ом это Сатвасту, подлинная истинная истина. Тат это Брахмавасту, Ом Татсат. И в Ведах часто можно видеть между мантрами упоминание этой мантры. Ом значит как Шарбрама мантра. И это олицетворяет собой, указывает на Сатвасту, вечно существующее. И это равно Татвасту, самому Верховному Господу. Не отлично от него. И вот это вечное присутствует Сатвасту, вечные стопы Вишну. И это мантра из Ригведы. И с таким чувством, кто совершает баджан, он и есть сад такой вечный. И те саду, и садаки, саду значит садаки, те, кто сад, садаки. Сад, значит, у них нет никакой другой цели, кроме Бхагавана, они не поклоняются никому, и поэтому они сад. Они понимают свое собственное конституциональное положение, что они чинмой, читвасту, и наша обязанность служить этому сатвасту, нитявасту. И с таким чувством они служат, и также это те, кто эти садаки, их можно разделить на три подразделения: карми, йоги и бхакти. И бхакти также сад бхакти. Я могу завтра об этом говорить, это запутано может быть для вас. Кармо, корми, йоги, or бхакта, three different. They are doing something with fixed target. Bhagavan is all. И вот эти три вида этих людей совершают свои действия. And bhakta is also you can make categorize. И бхакти тоже можно разделить на три категории. Вот на эти три среднего, начального и высшего уровня. Можно вспомнить заключительное наставление Бхагавана Шри Кришны в Гите. Мы должны помнить его. Если мы забудем и не сможем применять эти принципы в своей жизни, то что бы вы ни делали, успешными не станете. И вот Aham tam sarva papebhyo mokshayishvam nasucho. Sarva dharmana mean Veda dharma, Arya dharma, Sarva dharma значит вот это, вот эти вышеперечисленные дармы, Kula dharma, Social dharma, социальная дарма, Loka dharma, общественная деятельность какая-то, Loka dharma, Samaj dharma, Social dharma, Parna dharma, Asana dharma, all different kind of. Сам, и вот, вот эти все эти представления, которые есть, я много сказал вам, но в итоге я говорю, мы должны отказаться от всего.
И в итоге мы должны отказаться от всего и предаться Господу. И вот Бхагаван дает такой совет, что мы должны всем сердцем принять прибежище. И вот эта шлока. Вот эта шлока, в ней описывается ананья шаранагати. Ананья значит, что нет никакой другой цели, только такое безраздельное шаранагати. И также, когда мы совершаем баджан, у нас не должно быть никаких других целей. И в итоге, согласно шастрам, мы обретем акинчина, нишкинчина или кевала бхакти, такое безраздельное бхакти. И таким образом это... Вот это обсуждали Рай Махашой и Гуранга Махапрабху, наш Парад Паракилешвар Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. И вот Махапрабху, он очень умен. Махапрабху, он через эту беседу с Рамананде, он открыл... Он открыл мистерию садан, сататтвы и показал, чего джива может достичь в этом мире. И вот таким образом постепенно мы должны понять, завтра я хочу обсудить о садбхактах, о садбхактах. В общем, об этих трех видах бхакт. Завтра я буду говорить об этом. И постепенно мы поймем, вот есть 27 видов признаков, которые можно найти в Бхакти Расамрита Синдху, которые эти признаки качества есть у подлинных преданных, и вот они перечисляются там. That mercy for Bhagavad Seva, that they are going to leave their, you know, relative and friends, everything. They are ahankarshunno. They are out of. They are, you know, devoid of false ego. Always they are satisfied, self-content. Samahita jitto, always concentrated mind. И вот Махарадж перечисляет их качества, то, что они всегда думают о Верховном Господе, они обладают самообладанием, они решительны в своих целях, они преданы Кришне, они все сердце посвятили лотосным стопам Шри Кришны, их сердце находится в лотосных стопах Верховного Господа. И таким образом они не завидуют никому, они не причиняют боль никому и не беспокоит никого, и сами не беспокоятся никем, поскольку они знают, что все делается по воле Верховного Господа. И поэтому они так относятся с пониманием ко всему. Если что-то хорошее в их жизни происходит, то они или плохое, они понимают, что это происходит по воле Верховного Господа. Они не завидуют никому. А вот если кто-то завидует, слишком завистливый, то нет решения этому. От зависти очень сложно избавиться. Then they are not going to express any jealousy.
They are always fearless, without any anxiety. They are neutral, nirapeksha. Они беспристрастны, они всегда чисты. Чистота и нечистота, эти слова, если я буду объяснять, долгое время займет. Кто-то думает, что это внешне только, просто одежду стирать и не прикасаться к каким-то грязным вещам, но нет. Вы чисты тогда, когда вы думаете о Гуру Вайшнавах и Бхагаване непрерывно. И те ашучи нечистые, как осквернить, как, а вот когда вы завидуете чистым Гуру Вайшнавам, и это делает вас нечистыми. Может, кто-то ачарья или с одежду часто стирает, но все же, если он завидует чистым Гуру Вайшнавам, то это худшее из всех нечистот. They are indifferent attitude, indifferent for material things. И они также безразличны ко всем материальным вещам. No, they are efficient for seva. They can speak, they can write. Они способны в том, чтобы совершать различные виды служения. For seva. Also daksha to inculcate. Вот здесь слово дакша значит способный. И также они могут вложить бхакти в сердца других, они могут утвердить сиддханту внутри нас, они могут помочь нам благодаря своему идеальному характеру. Мы осознаем, примем и поймем то, что они хотят сказать нам. И я вот пример могу привести, когда Вамшивада с Бабаджи Махарадж совершал баджан внутри своего баджан-кутира в день Экадаши. Так много людей приходило, приносили ему арбузы, бананы и прочие фрукты. И потом корова пришла, заслала его баджан-кутир наполовину и съела все фрукты, которые ему принесли. Вамшивада с Бабаджи Махарадж увидел и засмеялся, что один вор дает, другой забирает. Он хотел имел в виду, что Бхагаван дает и Бхагаван забирает. Это все адвайтантатва. И вот Бхагаван дает в одной форме, забирает в другой. И так везде. Я могу вспомнить такую шутливую сиддханту, шутливый пример в Айодхе. Был один Рамананди Саду, ничего не спрашивал ни у кого, но ему нужно было что-то все равно. Он не достиг такого уровня, чтобы ничего не нужно было ему. И вот он сел на дороге и говорит: «О, Рам, пошли мне масло через кого-нибудь». Это глупый саду такой, нирапека значит по-настоящему беспристрастный. И шучи значит чистота, я уже говорил об этом. Дакша значит способный, тоже говорил. Удаси значит беспристрастный. Вятхашунья значит тот, кто не имеет никакой боли в своем сердце. Например, кого-то из оскорбить, но вот этот, имеющий это качество, не будет чувствовать боли. Кто-то выражает почтение ему или кто-то оскорбляет, то есть такие с качеством Вятхашунья. Значит, буквально тот, кто не, тот, кого не беспокоит никакая боль. А следующее, те, кто не заинтересован. Те, кто не заинтересован в материальных удобствах, каких-то излишествах. И вот такой человек, он не радуется, когда что-то получает, и не огорчается,
когда что-то теряет или неблагоприятное происходит. И вот нет у него врагов. Или, например, что-то он не получает. Он, например, кто-то хотел что-то получить, но потом начал совершать баджан, забыл о своих желаниях старых. И вот у таких людей нет, вот имеющие эти качества, у них нет желания что-то получить. Они знают, что Верховный Господь может организовать все. А праптавасту аканкасуни. Они не выражают никакого желания что-то получить от кого-то. А праптавасту аканкасуни. И хорошее и плохое, у них нет таких представлений, они все видят хорошим. И они всегда чисты. Вот это слово значит, у них нет представления, нет дуальности, они не видят, как что-то хорошее или плохое. Как Хануман, например, он не думал, что нужно проконсультироваться с вайшнавским календарем, чтобы пойти в Гималайи кого-то спасти. То есть такие люди верят, что никакие чувствуют, что никакие проблемы они не могут задеть их. Потом вот внешние и внутренние органы чувств, ум, все под контролем находится. И вот те, кто не чувствует радости прийти во время того, как кто-то хвалит, и не огорчается, когда кто-то ругает. И вот у кого есть это качество беспристрастия, они, соответственно, беспристрастны ко всему. Потом следующее качество аникета, у кого есть это качество аникета, они не беспокоятся о том, что кто-то у них что-то может украсть, забрать. Как Рупа и Санатан, они два дня не жили под одним деревом, они были полностью отречены, и благодаря этому он был полностью умиротворен. И вот сейчас я вот говорил об этих признаках, которые можно видеть внутри саттама преданных высокого класса. И вот Шимананда Рамананда Рай из Гиты такой пример приводит, который подходит здесь. И вот этот пример Рай Махашой дает, и с этим обсуждением я хочу закончить на сегодня. Мы завтра продолжим. Дурга ме пати ме андашо скалита пад гатирамху сакрипа ястиданена санто санто аваламманам. Дургаме патиме андхасьо скалита пад гатерму шакрипа ясти данена сантуху сантоха сантуху аваламманам банча калпатурусики пасинда бхавича патитанам папанабхо вишна бьонам. Джай Гуру.